Добрый день, мои дорогие друзья! Немножко выглянуло солнышко. Ночью шел дождь, с утра была погода такая серая, мрачная и холодная. Но вот сейчас уже потеплело. Потеплело, а я занимаюсь домашними делами. Ну, чем заниматься, когда дождь на улице? Сначала погладила то, что у меня повысыхали сарафаны мои все, а теперь взялась за цветы. Посмотрела, что уже корни у них подсохли. Увидела, что мой третий цветок начал вот выпускать такую вот стрелу с пупышечками. А внизу корни совсем серые. Думаю, надо помыть эти поддончики, надо их напоить водичкой. Вот. Один напоила, второй вот поставила, ну и еще два. Ну а чем же заниматься, когда цветы на месте? Вот, когда цветы. Сегодня надо было помыть волосы, но я завтра поеду за краской. Слушайте, я совсем темно как-то снимаю видео. Не собиралась вообще снимать видео. И свет не включила, и вообще как-то не очень смотрится. Вот. Поставила чайник закипать. И тут Людуся пришла. Пришла Людуся, пошла в свой огород. Говорит, пойду кабачки соберу. Ну, и... А я пообедала и думаю, надо выпить какао. Что-то мне его захотелось. Ну и... Чайник поставила. Ну, сейчас Люда придет. Я достала уже вторую кружку. Спрошу, что хочет она. Что будет со мной вместе пить. Вот. Ну, а пока сидела, ожидала тут менять вазончики в этом. Принесла с собой книжку. Вот эту вот, которую я вчера забрала на Валберис. И вот, видите, девочки, даже заложила уже. Я уже ее начала читать. Читала сначала введение, а потом уже решила, что надо проследовать всем этим, то, что предлагают сделать. И сразу же открыла, зашла и начала читать то, что... Потому что тут... Эти ангелы, архангелы эти, они, их же много, и автор книги предлагает не читать все подряд, а вот взять и открыть на какой-то странице, и к какому этому самому ангелу вы попадете, и там вы будете, там читайте. Ну, вот так вот я проследовала, попала на цифры 222. Это же про нумерологию. Ну, интересно, читается. Главное, что читается легко. Заложила, почитала, заложила. Потому что, когда у меня дела какие-то, что мне надо или погладить, или приготовить, или убрать, или еще что-то сделать, я читаю, и у меня мысли мои отвлекаются. Ну, а завтра я поеду за краской. Уже посмотрела в другом телефоне, посмотрела, что сегодня не зачесывала, а так расчесала волосы, что-то закрутила сзади, заколола и все. И посмотрела, что краска пришла для волос. Вот завтра буду химичить. Не знаю, какую вы потом увидите. Я даже не представляю. Написано два названия. Платиновый блондин и ниже написано бежевый. Платиновый, платина, это что-то белое, наверное. Я предполагаю, что это такое совсем белое. Блондин. А бежевый, это значит что-то такое вот с бежевым, с желтым, с коричневым что-то. Короче, не знаю. Выбирала из двух красок. Одна дешевле, другая дороже. Но вот клюнула на то, что я нашла этот Ландоколор. И решила попробовать его.
Потому что что-то после того, как я Faberlic сменила на... Я вам показывала, какую. Я уже сама забыла, какую я краску покупала на базаре. И я как-то... Прямо мне не стали не нравиться мои волосы. Что я их расчесываю утром, и они как-то у меня так потом на щетке. На щетке. Ну, в принципе, говорят, что волосы должны выпадать, что они меняются, и все. Но мне это совсем-совсем не нравится. Ну, и вы стали ленивыми. Да. Я думаю, что это такое у меня не снимает. А я отключила, и видео не снималось. Слава Богу. Слава Богу. Куда ты уже собралась? Все, пошла. Ну вот. Посиди еще немножко. Надо чапать завтра на работу. Опять это самое, Так а сегодня чего не пошла? Я же тебе говорила, что это самое, что она вчера мне позавчера просила, на хранилый Бог. Я сегодня не собиралась на работу. Вчера у нее поработаю, думаю, и все. А у нее должны ей привезти были, позвонили, сказали, что привезут матрас. Какую там она заказывала на кровать. Ждать с 9 и до 5. Ну и все, как она? Ну, надо ждать, значит. А матрас взяли, это ей позавчера позвонили, а матрас взяли и привезли вчера вечером. Вот она что. Зачем ей платить 20 рублей? А, ну да, ну да, она выйдет сама работать, ясно. А я вчера ехала в автобусе, и Маринка говорит, видишь ли ты Люду? Я говорю, вижу чаще, чем ты думаешь. У нее теперь свой огород у меня. А она говорит, так а что, она на тот огород не ездит? Она знала, да, про того товарища? Я говорю, да, теперь уже туда, говорю, не ездит. Ну ладно, говорит, передавай привет, я говорю. Передам, конечно. Я говорю, не знаю, когда увижу, говорю, потому что она товарищ, там подрабатывает у кого-то. Товарищ делает там, абы что работает или что он там делает. Ничего. Молчание про огороды, про все. Думала, что он мне будет давить на нервы с моей голубикой, там еще что-нибудь. Там, наверное, все заросло. Он тоже не ездит каждый. Раньше же каждую неделю ездили. А теперь я смотрю, что он через неделю. Может быть, там брат, неделю брат ездит с женой, а неделю он с сыном. Потому что они, наверное, не уживаются. А ты снимаешь? Да. Ну вот и все. Людуся сбежала. Я половину не снимала. То нельзя было снимать, то я забывала включать. Вот, как-то я сегодня отвлеклась от видео совершенно. Люда мне тут на картах, она тут всю зиму разбиралась, второго там записывала, там что-то расписывала. Вот. Так что вот так вот. Не очень я довольна буду краской. Ну, я особенно и не это самое. И не думаю, что я там уже будет что-то идеально. Ну, потом увидите, во что превратится ваша Галя. Какая я буду, такая я буду. Ну, ведь это ж не навечно, правда? Будет не тот цвет, значит, смоется. Я была когда-то, но это было очень давно. Мне понравилась одна актриса со своими рыжими волосами, такими огненными. Я купила краску, именно купила рыжую такую. И на картинке она была рыжая. Вот, я выкрасилась. У меня фотографии даже есть. Но я сама себе не понравилась. Но потом это смывалось очень долго. Очень рыжая, конечно, была такая огненная. Ну, а здесь что? Хоть бы какой-то оттенок был уже. А то, может быть, если там, как написано, платиновый блондин, то вдруг она будет просто белая. Так что? Жалко будет денег, что даже никакого эффекта не будет.
поэкспериментирую. Посмотрим, что будет. Вот мне еще надо 2 цветочка подкормить. Вот я уже 3-й поставила в это самое в миску. Попою их, попою, а то они бедненькие уже. Это самое. Смотрю, все корни стали такие совсем сухие, совсем серые. Ну, я вообще перестала заниматься. Ну, что-то мне уже как-то надоело это все. Если когда-то я покупала цветы, пересаживала их, носила с комнаты в комнату, пыталась сделать зимний сад, а они пропадали. А цветы покупала дорогущие в магазинах. Я что-то к этому равнодушно стала. Но потом вот очень мне понравилась орхидея. Так вот, девчонки мне дарили. Ну, раздарили, значит, надо, чтобы они были, правда? Ну, вот есть 4 цветочка есть. Ну, пусть будут. Живут, пусть живут, правда? Вот сейчас вот уже погладила я. Платье все то, что у меня высохло, это самая одежда моя. Теперь я со спокойной душой. Вот попили мы с Людой какао. Вот иногда все-таки хорошо, когда вот настроение такое, знаете, холодное. В окно смотришь, там как-то холодно. Я даже сегодня включала печку. Вот, утром встала. Форточка была у меня всю ночь открытая. Холодина. Ну, под одеялом-то было тепло. Вот, дышится легко, но встала, оделась холодно, как зимой прямо. Включила отопление, подогрела, приятно так, все хорошо. Но тут Людуся пришла, собирала, пошла, говорит, пойду собирать свои овощи, а то уже слизни жрут это все. Вот. Собрала, сейчас я смотрела, показывала мне помидоры, я говорю, зеленые собрала. Она говорит, ну, покраснеют, а то слизни сожрут все. Потому что дожди вот идут, бесконечно дожди, слизни разрослись, развелись. Положила мне кабачок. Я говорю, Люда, не надо мне кабачок. Я не люблю кабачки. Нет, ешь. Он небольшой такой, вот такой вот. Маленький, темно-зеленый. Наверное, будет жесткая кожура. Как-то вам показать. Честно. Вон, видите, лежит. 3 огурца мне положила и кабачок. Говорит, все, уже огурцы заканчиваются. Это у меня лук, он весь сушится, потому что вот этот вот здесь синий маленький, это я собрала, а там тот Аришка принесла мне. Я сначала положила в этот самый в холодильник, но потом смотрю, он прямо, видно, сыроватый такой, вот влажный. Достала опять, разложила, а чеснок повешала. Гвоздик вбила в прихожей и повешала его там. Иначе тоже, чтоб не пропал, жалко будет. Чеснок такой дорогой. У нас по 1,5 рубля, а то и больше продают, если большие головки продают на базаре. Вот. Вот так вот. Думала, сегодня Аришка придет. Она ездила опять справку брать. Каждый месяц справки надо ездить в домоуправление брать и возить в ее контору. Дурдом. Как будто бы за месяц прямо все на свете изменится. Только дают работу себе и людям. Послушаешь, думаешь, боже мой. Еще, говорит, спрашивали сегодня у нее, а у меня, значит, у меня в доме туалет в доме или нет? А зачем им это? Какая им разница, у меня в доме или не в доме туалет? У меня же не государственная канализация, у меня же она своя. И сама я вызываю бочку, и сама я плачу за выкачку. Какая им разница? Кто знает, напишите мне, а? Какая разница, какая у меня это самое, как, где у меня туалет, в доме или на улице? Он это у меня в доме, но я это не оформляла.
Это же надо, когда к дому пристраиваешь, это же надо делать, вот как газ, когда я проводила, воду, когда я проводила. Это все оформлялось, там эти кальки делали, все эти документы, бумажки все, за все это платишь. Вот, и все это у меня есть. А когда я вот это вот пристроила, пристроек этот, это тоже надо было оформлять. Потому что если я, допустим, надумала б дом менять или продавать, то это не годилось бы. Это надо все изначально, все это надо делать. Естественно, я это не делала, потому что это все очень дорого стоит. Вот. А когда я переписывала дом с мамой, когда мама умерла, переписывала дом на себя, я его переписала через 6 месяцев, и, ну, там ходила, вот эти тоже документацию это все делала, и потом дальше надо было там что-то еще надо было делать. Но мне там сказали в этой конторе, говорит, если вы продавать не собираетесь, то живите так. Если надо будет дом продавать, вот тогда вам надо будет все это делать. А если вы будете жить без всякого всего, то как есть, так и есть. Ну, я не стала трепыхаться. Потому что мало того, что я позаплатила там за все за это, за все эти дела, то еще надо было, и я решила, что не буду я это ничего делать дальше. Потому что продавать я его не собиралась, уезжать я никуда не собиралась. Вот. А если когда и меня не станет, то дети тоже навряд ли они будут продавать. Я не знаю, как у них сейчас все это получится. Потому что они вот хотели свое жилье, и тоже непонятно как. Вот. Не дают разрешения на приобретение дома. Вторичного этого жилья. Тоже вот, настроили квартиру в городе, значит, пользуйтесь, берите эти квартиры. И трехкомнатных практически нет. И сказали, и строить трехкомнатные уже не будут. Вот та была вот тогда, вот последний раз, когда вот Арише эту квартиру предлагали, которую они не успели все это оформить. Потому что сплошные препоны. Сплошные препоны. Что то, что муж ее наработал, это не годится. Надо, чтобы последний год был стаж. А какая... Ой, в общем, не знаю, я как только вот начинаю об этом говорить, я начинаю прямо психовать. Вообще, Аришке говорю, у нас есть такая передача в Белоруссии. Это... Как же она называется? Вчера еще смотрела, так я говорю, Ариша, позвони туда, там всегда юрист выступает, отвечает на вопрос. Я говорю, вот спроси, почему у тебя есть возможность купить дом, это вторичное жилье, как матери многодетной, почему нельзя, почему надо обязательно, ты должна купить квартиру. Она говорит, я сейчас отпустила эту ситуацию, потому что у Кости нету вот этого года последнего. То, что он тут работал на одной работе, на другой. Все это урывками. Вот. То, что поехал в Россию, это вообще не годится. И говорит, а то, что до того как, вот для того, чтобы материнский капитал получить, это можно было, что у него есть стаж. А то, что вот последнего года целого нету, это не годится. Поэтому, говорит, я отпустила эту ситуацию пока. И живем, как живем, говорит. Я говорю, главное, чтобы это все не пропало. Она говорит, нет, это детский капитал, он у меня на этом самом, на книжке. Я говорю, смотри, чтобы это не получилось так, что потом придумают и скажут, нет, на дом, на квартиру нельзя, а можно только на учебу или на что. А на учебу это хватит на один год только в институт. Ой, в общем... Кругом мне все, слава богу. Ладно. Людуськина моя ушла. Говорит, пойду. Это она приходила уже, сын приходил уже к ней обедать. Они приехали, довольные очень, были в Грузии, отдыхали. Вот. Да возвращаться не хотелось, говорит. Все замечательно. Но Люда, ой, я хочу в Грузию. Я говорю, Люда,
ты не хочешь в Турцию, потому что дорого. А в Грузию, я говорю, посмотри расценки. Там те же самые расценки. Там точно столько же платить надо. Это только кажется. Если это, считай, у нас, что это будет дешевле. Совсем не дешевле. Совсем не дешевле. Вот. Я тут интересовалась, говорю, а валу, что вы возите? Они говорят, нет. Не возим. А раньше так было удобно. От фирмы на автобус сядешь, через сутки приедешь. И туда отвезут, и сюда, конечно, нет того сервиса. Обыкновенный домик, как вот мы были на турбазе Алушта. Обыкновенный домик. Ну, телевизор, холодильник, туалет есть. И море рядом. А что еще надо? Привыкли мы, чтоб нам было все включено. Ладно, девочки, опять я не в ту степь полезла. Совершенно было другое. Обычные разговоры про домашние хлопоты. И тут начинается... Все, я оставляю этот цветок. Пусть он стоит. Чего я над ним сижу, правда? И пойду я в комнату. Пристроюсь я на тахту. Удобненько. И почитаю книжечку. Потому что очень хочется почитать. Где-то что-то раскопать. Вот. Все. Пока, мои хорошие. Пока. До завтра.